Всем огромный привет! Рада вас видеть на своем канале. Сегодня у меня большой обзор покупок из магазина «Фамилия». Подписывайтесь на канал, приятного просмотра. Вот такая шляпка. Шляпка для мальчика. Фандель. 109 рублей цена. Цена до скидки 499 рублей. Ну, вот здесь просто ленточку надо прихватить. Она вот так вот должна быть, и в целом поэтому цена и снижена. Дальше рукав для запекания 3 метра 39 рублей фамилии стоит, цена до скидки 100 рублей. А дальше яйцерезка вот такая, цена 39 рублей, цена до скидки 219 рублей. Дальше вот такая елочная игрушка, которую можно самостоятельно раскрасить. Это в подарок ребенку. Цена 199 рублей. Magic Time. Здесь акварельные краски и доломитовая керамика в составе. Такая игрушечка в подарок. Дальше. Туфли открытые. 179 рублей. Jenny Fairy. Я вам сейчас их покажу. Вот такие на лето. Самое главное, что они очень-очень удобные. Это 37 размер. Вот, кажется массивным очень каблук, танкетка, но на самом деле они легенькие, удобные. Очень довольна, с большой скидкой удалось купить. Дальше я вам покажу. Пижама женская, 44 размер, 439 рублей. Цена до скидки 2271 рубль. Это 95% хлопок и 5% эластана. Производство Узбекистан. Сейчас вам тоже покажу. Да, вот так выглядит футболочка с кошечкой. Очень уютно. И вот такие шортики. Регулируется поясок. Тоже в подарок. Считаю, очень хорошая пижамка. А далее я покупала фоторамки. У меня их много. Хочу создать на стене коллекцию из рамок разного размера. Поэтому сейчас вам покажу разные размеры и разную цену, соответственно. 15 на 20 сантиметров. Цена 150 рублей. Цена до скидки 500 рублей. Таких у меня рамочки 3. Дальше вот такая маленькая. 4, а нет, она 10 сантиметров на 15. Цена 130 рублей. Большая вот такая рамочка 21 на 29 и 7, ну А4, грубо говоря, цена 200 рублей. И большая последняя 30 на 40 рамка, цена 399 рублей. Так, дальше я вам покажу многоразовый тефлоновый коврик 33 на 40 сантиметров. У меня уже есть один, мне очень понравился, я купила второй. Очень здорово, не надо никакой бумаги. Вот этот коврик постелил для выпечки, для мяса. Очень удобно потом просто его помыть. И, собственно, все, никаких хлопот. Не пригорает, не прилипает. 119 рублей, цена до скидки 269 рублей. В нашей фамилии они есть еще, рекомендую. Классно, я просто докупила себе. Дальше набор из 4 мерных ложек, 59 рублей. Цена до скидки 349 рублей. Вот такие ложечки я очень люблю и активно использую. Например, порошок насыпать стиральный и так далее. В хозяйстве очень нужная вещь. Дальше подарочный вот такой пакет. Новогодний. Цена 59 рублей. Цена до скидки 219 рублей. Что еще вам показать? А, туфли открытые 349 рублей. Цена до скидки 6819 рублей. Это вот эти мои босоножки. Они просто бомба. Посмотрите. Смотрится очень стильно, да, такой черно-серебристый цвет на танкетке. Тоже очень удобная подошва. Не тяжелые. Они не тяжелые на ноге. Смотрятся просто классно. Это 38 размер и тоже Jenny Fairy. Открытый носик. И вот они. Классные. Довольны? Я как слон, девочки. Так, дальше. Вот такая куколка. Тоже в подарок девочке на Новый год.
В наборе здесь сама куколка, собственно, одета, журналы тут разноцветные, фотоаппарат на камеру, чемодан, Дефаласи, кукла Люси. А, это Люси. Кукла Люси 359 рублей. Цена со скидкой 72%. Цена до скидки 1300 рублей. Вот такая куколка. Считаю, очень хорошая цена. Подарок ребенку. Что вам еще показать? Вот такая куртка тоже на мальчика. Ветровочка. Я покупала светло-светло-голубую тоже. А эту купили в подарок тоже. Но она другого цвета, темный такой, темно-синий цвет. 209 рублей, цена до скидки 2000 рублей. Your body бренд. Не знаю, не знакомы, но мы уже носили, в частности, на отдых одевали. Как ветровочка, отлично, цена, можно сказать, даром. Потом халатик для девочки, сейчас вам тоже покажу. Вот так выглядит. С капюшончиком можно повесить. Есть крючок. Вот так. Не на молнии, на ремешочке, да, завязывается. Длинный рукав. После ванны, после баньки. А цена тоже очень-очень классная. 199 рублей всего лишь. Цена до скидки 1600 рублей. Размер 116. Так, сейчас мы посмотрим. Да, 116, текстиль, город Егорьевск, по ГОСТу, кстати, Россия, да, страна производства Россия, 100% хлопок. Отличный состав, не Китай, не синтетика, да, вот такая отличная вещь и очень-очень недорого. Следующее, это вот такие циферки на доске, на липучке, как раз нам сейчас в школу. Мальчишки, поэтому учимся, учим цифры, учимся считать. Вот это приклеивается, да, на липучках для тренировки. То, что надо ребенку. Цена тоже крайне низкая, 200 рублей всего лишь. Цена до скидки 689 рублей. Вот так это выглядит, достаточно большого размера такая доска, удобная ребенку. Самому складывать, да, здесь есть цифры, плюс-минус, равно, примеры, он может решать, считать сам. Отличный подарок. И также набор дополнительный с буквами. Тоже составлять слова, русский алфавит, эти буковки деревянные, комбинировать, складывать слова тоже очень здорово. Цена 240 рублей. Цена до скидки 800 рублей. Материал дерево. На мой взгляд, отличные подарки. Сейчас фамилии можно купить и детям, и взрослым, и себе что-то прикупить. Поэтому своими покупками я очень довольна. Вам спасибо за просмотр. Если понравилось видео, пальчик вверх. До встречи!